Саныч. А, решил выйти в эфир. Не вижу еще. Он просто не один, был бы он один, запрос его, а вот. Мне кажется, подтукивает, да? Ну, ты ее очень говорит, вот. Блять, не успел нажать. О, Санч. Здорово, бандит. Здорово, бандит. Здорово. Ты где-то тоже в машине едешь? Ну, конечно. Я нихуя увидел у тебя, бать, ты на Мерсе такой двигаешься, думаю, бля, что тиграновую машину, что ли, дал покататься, ну, нихера вообще. Я думал, там ливневые дожди в Москве начались сразу. Он приходит ко мне, покупает чипсы и сами хавает, блядь. Ну, да, я с... говорю, дай хоть эту, а нет, блядь, это мои ревики, блядь. Я говорю, ну ладно, кушать, не жалко. Ну хоть с Викой делит. Натури Тигран, привет, привет всем. А ты чё, где? В Москве? Сейчас я вас там, установка. Я, да, по ходу лечу. А-а-а. Нормально. Мы это, бахуй вообще, если честно, просто ездим целый день туда-сюда, вообще мотаемся. Не успеваем ничего. Сашу сегодня, я тебе говорю, Сашу думал не встречу сегодня. Утром проснулся, 4 часа поспал, думал, капец вообще. Я еще приехал раньше, и она там пока там чемодан нашла свой еще. Черной проблема это одно слово. Да. Самое смешное то, что она приехала. А походу самолетом сюда притянула его. Она из Москвы привезла его. Да, с Москвы, да. У нас же вообще пиздец погода. Скоро в Москву прилетим, увидимся все. Давай, надеюсь, давай. Тигран чип пойдет хотя бы свадьбу мою обмыть. Чипсы, блядь. А ты видел прикол, когда Вика его обвинял в том, что он даже и чипсы купить не может? Да, видел, да. Да я видел прикол, когда вот они, блядь, они должны в Беларусь улететь, потому что у него денег нету нахуй на билеты. Если честно, Тигран до хера Вики что покупает. Они постоянно ездят в магазины, он ей все оплачивает. А анализы там, она сейчас на грудь операцию делает. Я не знаю, что она на него наезжает, блядь. Заняться, видимо, не умеет. Ну, тогда, когда ничего не покупали, а тут резко начали покупать, и из-за этого мало ей стало, понимаешь? Она этого уже не замечает. Ну, да. Ей напомню, как ее бывший, блядь, кредиты на нее, на 300 тысяч взял. Надо просто Тиграну кредит и брать на нее, и все. Тогда любить его будет сильно. Я Тигр говорю, но оформляй кредит и съебываем в Таиланд с тобой. На нас пусть тоже оформят. Нормально, но. А вы что, в Москву когда планируете? В Москву? В конце месяца. К концу месяца. Первых числа. В конце июля? Да, в конце июля. О, заебись. Да, оттуда в Сочи. Спать почему пиздец? Саша, а по Тигран-то любишь? Знаешь, что пьем? Чё? Пьем. Знаешь, что я сегодня пьем? Да. Чё пил? Оригинальный Red Bull, который был еще в советские времена, кроме... Желтый маленький баночка? Везде в Европе, кроме Советского Союза. Да. Охуенно вообще. А у нас, короче, тоже здесь есть, продается в маленьких желтых баночках, с Вьетнама привозит, получается, Red Bull. Почему не отвечаете? Да, грудь, да. Грудь делает, грудь и делает проект его мой бартером. Тигран ей платит, что ты говоришь-то, тоже. Не знаю. Кто у меня в машине? Случайно не Алена? Алена у меня в машине, вот она. Случайно Алену вообще забрал просто. Случайно жена.
случайно просто с Аленой, блядь, вообще думал с другой еду, это Алена же. Элина, про Элину ты что-то пишешь, вообще ничего не, я не видел даже какие-то вопросы. Санчо, по Элине скучаешь, отвечай скорее. Прям скорее, что ли? Да. Это типа что, пока интернет не отключили у меня или что? Ой, погоди, что-то со связью, блядь. Я не слышу, Кирюха. Это Дом 2, походу, вселяется сюда, в эфир. Да-да-да. Все, пошли про нас. Они недавно в клубе были. Они были в клубе недавно. Кайфовали, молодцы. Они просто друзья. Подружиться тоже можно, что-то. Ну да. Я был в клубе с другой девушкой. Как там появилась Элина, я не пусть. Появилась Элина, и другая девушка куда-то ушла, да? Нет, мы были вместе. Элина снимала, как мы с ней обнимались, танцевали. Вау! Мы приедем все вместе, сходим. Возьмем и девушку твою, и Элину. И Катю Корину пригласим. Это вечеринка точно без меня. Серьезно, какую-то Алена вечеринку хочет устроить. Я даже не подписывался на такое. Мы уже раз погуляли он с одной бывшей. Кирилл чуть не перевернулся. Что я вот эльфа. Домой хочу. Домой уже хочу доехать. Домой хочешь? Я блин. Ну, Кирюха, вы тоже кальян. Чемодан-то купил? Кальян часто курите, да? Да, да, курим кальян. Ну а у Аленка же это у меня вообще любит кальян очень сильно. А сигареты вообще никогда не курил. Я тоже. День по два, по три кальяна покурил. Нормально вообще. Вот я раньше тоже курил по два, по три кальяна, потом у меня просто начался кашель какой-то, прям легкие аж болели, и я все перестал вообще его курить кальян. Потом, мы видишь, потом с Москвы полетим в Сочи еще, в Сочи кайфанем маленечко. В Сочи бы стартануть толпой, вот это бы кайф был бы. В Сочи через недели две планирую ехать. Ну, как раз это так и будет. А как раз мы так полетим через две недели в Сочи. Мы сначала в Москву, недели. В Москве потусим, и потом с Москвы в Сочи. Там это, Таня Репина ждет. Кого, тебя? Безус оглохнет вообще. Ну давай, что, приедем туда, ё-моё. Да, Безус. Нет, Анюха... Прикольная девчонка, мы так с ней общаемся, хорошая девочка. Интереснее некоторых. Занимаемся, в этом никакой проблемы нету. Когда вы два тигра на связи? Вы что, не ходите на проект? Просто дебаф собирается, дебафы. Я тебе, блядь, страницу удалю, пожалуйста. Она, я тебе страницу удалю, ебать. Кирюх, не планируете на проект? В гости хотим залететь. Алло, Аленка, Аленке покажу снутри всю кухню этого проекта. Честно, ну вот, чисто в гости только. Лучше эту кухню не показывать, блядь, там никогда не прибираются. Красавчик, вообще там пизда хаос постоянно на кухне, вообще трэш. Это у меня, короче, на день рождения было. День рождения на проекте я отпраздновал. У меня друг приехал. Я Расторгуеву позвонил, говорю, можно, простите. Он такой, без проблем, пусть ходит. Ну, короче, приходит на кухню, блядь, и он в эту дверь, блядь, на связь не мог.
Он говорит, блядь, как вы здесь живете, нам? А там вообще пиздец был. Так, а у нас, прикинь, история была, мы, короче, с клуба приезжаем, все, заезжаем, мы, короче, в VIP-доме жили, Саша жила, с Йоси, там, я, Тигр в этом доме в VIP-е жили. Все, заезжаем, Саша утром такая, я, говорит, кушать хочу, не могу, говорит, Кирилл, говорит, пельмени будем варить, говорит, сейчас. Я говорю, давай, короче, Саш, пельмени ставят, я пошел мыться, время утро уже, 5 утра, съемки с 8, помню, что ли, начинались. Ну и все, я ухожу, мне просто говорят, кто-нибудь не спит, выключи, пожалуйста, плитку, там сейчас весь дом сгорит, там Саша включила пельмени, они уже сварились давно, и уснула, прикинь, вот это трэш был. А у нас микроволновка загорелась один раз, кто-то, блядь, фольгу туда закинул, кто-то из вас фольгу закинул, микроволновку, блядь, на них взорвалась там. Охренеть. Не, ну нахуй, вот то, что связано с кухней, там реально, ну, никто не хочет убираться вообще никогда. Хотя там девок же куча вообще. Столько девчонок, а никто, ну, реально не хочет убираться. Девчонки хотят только, чтобы им романтики делали. Они там постоянно хотят только романтиков и все. Ухаживание романтиков. И роллы по бартеру. Да, да, да. По бартеру. По бартеру. Роллы по бартеру. Так лучше по бартеру, а то просто в минуса уйдешь, ё-моё. Да нет, уборщица-то есть, там, да, вот пишет девочка, то, что там уборщица есть, да, уборщица есть, но они не спасают же. Там целый день люди кушают, и из-за этого не спасают эти уборщицы. Они приходят, быстро убираются. И то у нас даже были уборщицы, у нас посуду в моечную, короче, ложили, и моечная не мыла, и постоянно посуда эта грязная в моечной стояла. Ладно, Кирилл, давай хорошего дня, у меня... Давай, давай.